книгу Варвары Гусельчиковой вошли 20 стихотворений на разную тематику, каждое из которых девочка проиллюстрировала. Ни одно творение дочери родители не исправляют. Все зафиксировано в первозданном виде. Чтобы красиво оформить первый сборник юной художницы, поработал дизайнер. Главная цель, чтобы получилась настоящая детская книжка, и она была интересна детям. Ведь у них должна быть мотивация сочинять стихи, писать картины и развиваться творчески. Как только она начала выражать свои мысли именно в стихах, мы начали записывать ее творения. Для нас, конечно, это творение. Но потом мы поняли, что у нее есть способности к этому. Ей нравится именно выражать мысль не просто так, но вот в стихотворной форме. Все, что она видит, природу, когда она приготовит пирог с бабушкой, про любимую куклу. Все это она выражает в стихах. Даже вот сейчас она ходит на подготовку в школу, очень ждет этого события, поэтому сочинила стихотворение также про школу. То есть весь ее окружающий мир, он в стихах. Теперь уже не только в книгах, но и в стихах. На праздник были приглашены дети из группы детского сада номер 2, куда ходит Варвара, и близкие друзья семьи Гусельчиковых. Если у дочери и дальше будет вдохновение, мы также будем издавать книги, говорит мама девочки Наталья. В заметках Вари есть и сказки, но их немного. Юная жительница Новочебоксарска помимо творчества занимается еще и спортивными бальными танцами и уже получает медали. Но на первом месте у малышки все же высокое искусство. Вот одно из стихотворений. Роза стоит на подоконнике светлая, и к ней подлетела бабочка, и ветром пуглишем раскрыла семечко на столе. И ветер сказал: я не пуглиший, я тихий, и начал своими крыльями плескать. В моей книге очень много картин и стихов. Моя любимая картина в этой книге про ангела. Когда я вырасту, я хочу стать художницей. Свое первое стихотворение 5-летняя Варвара Гусельчикова написала в 3 года. Сейчас копилки автора более 20. Гости, пришедшие на праздник, пожелали девочке творческих успехов, вдохновения и продолжать радовать как родителей, так и всех окружающих своим талантом. Варюш, мы от всей души тебя поздравляем с этим знаменательным событием. Желаем тебе плыть по волнам радости, добра, благополучия, креатива. Без всяких преград. Огромное тебе счастья, здоровья, удачи во всех твоих начинаниях. Ура! Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.